Решением Первоуральского городского суда от 11 января 2021 года исковые требования Максимовой Марины Владимировны к администрации городского округа Первоуральск удовлетворены. Постановлено признать незаконными распоряжения главы администрации городского округа Первоуральск о привлечении к дисциплинарной ответственности Максимовой Марины Владимировны, о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора и о наложении дисциплинарного взыскания в виде замечания. Началось все с проверок, которые организовала администрация в отношении музыкальной школы в августе 2020 года. В отношении музыкальной школы, в отношении Максимова было проведено за период с августа по октябрь 5 проверок, по двум которым было вынесено дисциплинарное взыскание. И, соответственно, мы посчитали эти дисциплинарные взыскания, что они вынесены в нарушение трудового законодательства, и приняли решение об их обжаловании. Доводами привлечения к дисциплинарной ответственности администрация привела ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, установленных трудовым договором, которые выразились в якобы превышении предельных часов педагогических по должности концертмейстера. Доводы администрации не нашли своего подтверждения в судебном заседании, и, соответственно, суд вынес решение в пользу Марины Владимировны, и исковые требования удовлетворил в полном объеме.